барышня, а вам в городе куда? Адресок скажите. Сиреневая 7. Что? Вы ведь местная? Местная. Хорошо, что к нам направили. Опытных сотрудников, ох, как не хватает. Разрешите представиться. Старший лейтенант Галина Семенова. Прибыла на нанесение службы в качестве заместителя начальника отделения. На службу выходишь немедленно. Оформлять будем своим чередом. Приступать готово? Давайте задание будем работать. Значит, убийство, ограбление. А правду говоришь, что вы уже человек 15 убили? Кто? Ну, эти, которые в окно лазают. В городе орудует банда. Совершено несколько налетов. Люди, значит, с определенным опытом. Зачем вы хорошего человека забираете, когда у вас убийца просто так на улице гуляет? Кто? Ты, Галь. Ты. Сигнальчик поступил. Мол, не соответствуешь моральному облику советского милиционера. Распущенность. Сына в небраке пережила. Это мать моя, которая меня бросила. Я не бросала. Я, может, и не лучшая мать. Но какая досталась. Ты скажи, оставит она тебя в покое? Нет. Ты же понимаешь, к чему все идет? Сын-то как? Парень хороший? Нормальный. Сегодня в реке обнаружено тело майора НКВД. Погиб 2 недели назад. Диверсанты? Не годятся ваши бандиты, диверсанты. Слишком много шума и внимания. Ну, приметцы-то жили плохо, это понятно. А когда наши пришли в город, что, лучше жить стало? Пора показать, кто в доме хозяин. Работаем. Ты же убийца. Идет. Мы с тобой не одну душу на тот свет отправим. Война еще не кончилась. Там не закончилась. Мы здесь мир восстанавливаем. Мир, понимаешь?